Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 раз выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Good luck. Мы вас не победим. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем напролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак! Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то Алёша. Найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Вы идете на задание, чтобы спасти тетю Аню, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Катя. Артём, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Чёрт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артём,
Вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. По коням. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Сколько вагонов стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Ну, рискнем. Ну, как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Сколько машин. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. А, да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Снега, а буря все усиливается. А, дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно, ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Давай во двор, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратней, Артём. Аккуратней. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Смотри, давай туда. Так, обратно на проспект вырулим. Ах ты, ёперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. Hey!
Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся, эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в 2 шагах. Метро-то тут не особо глубокое. А радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше 3-й нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. Артём, держись! Получай! Как ты, цел? Пойдем к гермоворотам, там... Ах ты! Взяли. Я думал, мерещится опять, будто мертвецы поднялись. Попали в самое логово этих тварей. Хватит, пошли. Смотри, сколько пыли. Стой! Давай подсажу! Давай. Удачи!
Ты? Где мальчишка? Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны. А я здесь поищу. О, Артём, держи! Стоять! Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Оском». А больше я вам ничего не скажу, можете сразу убивать. Хлебников, значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из «Оском». Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции. Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой! Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настройщик. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Чёрт, на защите! Твари! Ха-ха-ха! Ишь, как удирают! Вот это я понимаю! Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Подумаешь, пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто!
Подождите секунду, я ворот открою. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую... Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так и выжили. Артём, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас, рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артём, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших, они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите, прием. Аврора, как слышите, прием. Черт. Опять помехи. Артём, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы. Папа для выхода из города берёг. Отлично, парень. Артём, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Что, по душе рельса моя? Бери, тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Артём, ты фильтры не забыл восстановить. Там будет негде. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та! Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Ну что, готов? Ну, с Богом.
Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед!
Артём. Артём. Вставай, пора. Thank you.
Я
Артём, держись! Держись, сынок! Сейчас, сейчас! Держись! Сейчас полегчает! Ты нашел, нашел! Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу! Что? Не спать, боец! Не спать! Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел! Не спать, Артём! Живой! Живой! Я думал, опять один останусь. Вставайте, скорее! Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Сознание потерял. Машину будете? Ура! Едем дальше! Он нашел карту! Сказал, что папа – герой, и что он всех нас спас. Когда обратно шли, на нас мутанты напали, но он их всех одиночными. Бам! Бам! Потом река, а там черви и глубоко. Он меня на плечах перенес. Столько машин! Это луна! Красивая какая! Сколько нового! Проснись! Не спи! Не спи!
слышишь?